Ремонт дорог может быть опасным. Самосвал, груженный асфальтом, буквально ушел под землю на улице Советская. Вместе с многотонной машиной провалился и огромный кусок только что уложенного покрытия. В администрации города немедленно принялись искать виноватых. Нашей съемочной группе в мэрии сказали, что причиной обрушения стала ветхая тепловая камера, принадлежащая Евгортеплоэнерго. Вчера в ходе инспекционной поездки главы администрации города на пересечении Крутицкой-Советской о проблемах на этом участке не было сказано ни слова.